рисуем лето, каким мы его видим. Наши мечты, наши фантазии, какое каникулы, куда мы хотим путешествовать, все-все, что угодно. Какой день детства без веселых персонажей и активных игр? На площадке возле Гулливера ребят встречали зайчик и клоунесса Маргаритка. Юным художникам вручали разноцветные мелки для живописи на асфальте. Иван Денисов пришел в Центральный парк, чтобы покататься на аттракционе «Орбита», а пока решил принять участие в акции. Я рисую землю, море и все летнее. К лету-то готов. Куда поедешь? Куда-нибудь? На море? Да. Ух ты, как здорово. А что от каникул ждешь? Расскажи. Хорошего настроения. Главная тема конкурса «Здравствуй, лето» нашла отражение в каждом произведении юного художника. Море, солнце, цветы, деревья, мороженое – все что угодно для хорошего отдыха и праздничного настроения. Как правило, в этот праздник мы избавляемся от всей грусти, прибавляем побольше радости, рисуем мечтания, большие-большие эмоции, добавляем яркие краски. На центральной площадке перед Дворцом культуры тоже рисовали лето. Живописные произведения старшей возрастной группы отличались большей детальностью воспроизведения. Каждый участник акции получил заслуженные подарки. У меня дочка занимается рисованием, ходит в наш импульс, и мы решили принять участие в конкурсе. Ульян, что рисовала? Кошку. Какую? Расскажи. Шотландскую вислоухую. У тебя такая есть или ты о такой мечтаешь? Мечтаю. Мам, ну что, мечта-то может быть исполнена, нет? Может быть. Несмотря на будний день, в парке было немало посетителей. Покататься на аттракционах приехали многодетные семьи, для которых в праздник такое посещение стало бесплатным. У меня 7 детей. Это дружно, это весело, это вместе, это счастье. Не знаю, это классно, мне нравится. Этот праздник, конечно, не день рождения, и волшебника в голубом вертолете ждать не приходится. Но событие не менее грандиозное. И спустя годы сегодняшние ребятишки будут вспоминать, как весело и дружно вместе с родителями проводили время и отмечали свое детское торжество мирового масштаба. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.